Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на Catalyst 1000 от Cisco. Это линейка коммутаторов, которые могут вам помочь решать ваши бизнес-задачи. Как это все работает, для чего это нужно, в этом видео как раз и поговорим. Ко мне приехала 48-портовая модель. Все 48-портовые модели достаточно интересны в плане того, что это уже мощное решение, и, понятное дело, там есть активное охлаждение. Забегая вперед, скажу, что есть варианты на 8, 16 и 24 порта. Если не используется PoE, то системы охлаждения не будет. В 48-портовых моделях там везде есть активное охлаждение, а конкретно вот в решениях на меньшее количество портов без PoE его не будет. Это очень круто, так как чаще всего отдельные серверные в маленьких офисах нет, а здесь мы получаем реально тихое устройство. Для чего нужен коммутатор в офисе? Может быть, стоит использовать обычный роутер, или несколько роутеров этого вполне хватит? Однозначно нет. Домашний роутер, он первый не выдержит нагрузки, это нестабильная история, и у него недостаточный функционал, чтобы удовлетворить, например, офис из 50-250 человек. Так что коммутатор – вещь однозначно необходимая. Как мы его используем? Понятное дело, для подключения компьютеров, но также и для развертки сети. Например, для подключения точек доступа, которые требуют PoE питания. Таким образом, мы размещаем точки доступа без привязки к розеткам. То есть не там, где придется, и там, где уже есть розетка, а там, где это действительно необходимо. Таким образом, выстраивая действительно качественную, стабильную Wi-Fi сеть внутри офиса. Ну и понятное дело, даже если у вас есть возможность ремонта офиса, это дорогостоящая тема, и не стоит однозначно перекидывать проводку, все это дело размещать и так далее. Да и точки доступа нужно размещать у потолка, а в этом случае розетку наверху не поставишь, так как любая проверка в плане пожарной безопасности приведет к значительным штрафам. Ну и никто не отменяет использование IP-телефонии, которые тоже требуют PoE. Или, например, видеонаблюдение, смотря что необходимо в вашей организации. Возможно, вы установите и одно, и второе, и другое, и третье, и даже придумаете какой-то четвертый вариант. И тут сразу стоит отметить, что в решениях Cisco применяется технология, которая позволяет не отключать PoE питание, если вы перезагружаете коммутатор. Таким образом, вы его перезагрузили, да, у вас пропала сеть на устройствах, но сами устройства не перезагрузились. Коммутатор поднялся, сеть появилась, и ваше устройство снова находится в сети, без необходимости ждать, когда каждый из них загрузится, и это на самом деле сильно сокращает время. И это реально серьезное отличие от конкурентов. Еще один такой маленький плюсик в копилку стабильности решения от Cisco. Не думайте, что PoE это единственное, что есть внутри. Конечно же, есть политики безопасности, статическая маршрутизация, удаленное управление. Отдельно стоит выделить Bluetooth-консоль. Это очень удобно, если у вас нет консольного кабеля. Да и вообще, это очень функциональная железка от лидера отрасли за приемлемый бюджет. Какие модели присутствуют в линейке Catalyst 1000 от Cisco, мы с вами поговорили. На 8, 16, 24 и 48 портов. Тут же стоит выделить, что есть не просто решение с PoE, но и решение Full PoE. PoE – это когда у нас, соответственно, есть питание, но есть модели, где частично используется питание PoE, то есть половина портов с, а половина без. Либо Full PoE, когда у нас все порты поддерживают PoE. Там используется более мощный блок питания. В чем отличие от младших моделей, которые стоят немного дешевле? Как раз в том, что там используется система Linux, а здесь Cisco ES. И ES это собственная операционная система от компании Cisco. И Cisco ES как раз является серьезным плюсом, так как это больше функционал, надежность, стабильность, безопасность и так далее. Таким образом, если у вас организация от 50 человек, то однозначно для вас Catalyst 1000 будет интересным решением. Тем более, если она больше. До 250 человек, это значит, что мы можем объединять несколько коммутаторов в единое целое, они действительно становятся единым целым, они имеют единый вход управления, и таким образом мы можем увеличить количество портов, которые нам необходимы. И самое главное комбинировать, например, использовать одно решение с PoE, второе решение без PoE, докупать их в дальнейшем, если же, например, нам стало мало и мы немножко выросли. А это значит, что Cisco это максимально гибкое решение, причем комплексное. VM интерфейс удобный и интуитивно понятный. В нем можно настроить практически все необходимые функции, такие как режим работы интерфейсов, распределение трафика по VLAN, статическую маршрутизацию и даже качество обслуживания, чтобы, например, вашему корпоративному трафику не мешал веб-серфинг или чей-то торрент, ну мало ли, и многое-многое другое. И вот тут, знаете, мне нравится подход Cisco в плане того, что именно в Catalyst 1000 это готовое абсолютно решение с полным пакетом, не потребуется какие-то дополнительные подписки, покупка программного обеспечения, это коробка, где уже все предустановлено. То есть мы купили Catalyst 1000, выбрали необходимую модель с различным набором портов, либо несколько, и в итоге имеем уже законченное абсолютно продукт. А это для небольших организаций является, мне кажется, априори самым важным моментом, потому как мы
не только ищем качественное стабильное решение, но и без дополнительных вложений. Возможно ли все установить самостоятельно? Я еще вначале сказал, что да, при помощи веб-интерфейса вы можете установить все самостоятельно. Ну и можете воспользоваться, естественно, услугами интегратора. Если вам, например, нужно что-то более своеобразное, ну, либо вы вообще не хотите заморачиваться. У Cisco есть список партнеров на официальном сайте, выбираем интегратора и, соответственно, не только приобретаем у них оборудование, но и они помогают развернуть его в вашем офисе. Что получается в итоге? Catalyst 1000 – это удобное, надежное и качественное решение, которое отлично подойдет для вашего офиса. Вы можете приобрести один, потом докупать еще несколько, объединять их и таким образом выстраивать то, что вам необходимо. Это решение, которое сразу из коробки уже с готовым программным обеспечением, с удобным веб-интерфейсом, с возможностью настройки через консоль и много-много чего еще. Тем более, если вам необходимо дополнительное устройство в виде точек доступа, IP-телефонии, веб-наблюдений и так далее. В очередной раз Cisco меня удивили, так как получилось действительно комплексно и, самое главное, с самым лучшим подходом, какой только возможен. Ты купил и имеешь возможность далее развиваться. Это самый наилучший принцип, так как всегда должно быть место для полета фантазии и вашего дальнейшего развития. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте нажимать на красную кнопочку там внизу. Она обязательно должна стать серой. Ну и, конечно же, нажимаем на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых роликов. Пишем ваше мнение в комментариях. Спасибо, что смотрели. Не прощаюсь. Совсем скоро увидимся.